Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о тех семенах, которые у нас неохотно всходят, и низкая схожесть у них, и долго они прорастают. Вот чтобы ускорить процесс прорастания и чтобы увеличить всхожесть наших семян, есть всевозможные приспособления, методики разные, как повоздействовать на эти семена, чтобы им помочь прорасти. Есть три способа, которые, наверное, уже многие знают, слышали и применяли. Первый способ – это стратификация. Это когда у нас многолетние растения не хотят всходить в тепле, вот вы их посеяли, и они там лежат, и ничего с ним не происходит. Потому что в природе они привыкли испытывать смену температур. Сначала была осень, теплая пора, потом наступила зима. Вот этот холод, они спят. И там самое главное, что при холодных температурах разрушаются такие вещества, которые сдерживают это прорастание. Вот если семена не прошли этого периода охлаждения, то они у нас и не прорастают. Стратификацию можно делать в домашних условиях, если посеять семена в какой-то грунт, в плошечку, вот, например, любую такую, да, и поставить в холодильник или поставить под снег. Некоторым растениям нужна именно вот такая стратификация жесткая, когда идет промораживание семян, и потом вот температурные качели такие ближе к весне, когда то замерзнет, то оттает, то замерзнет, то оттает. Списочек таких вот семян я вам выведу на экран, но это, например, черемша, это, например, морозники некоторые, да, горячавки некоторые, и нуждаются вот в такой вот стратификации, когда именно промораживание. А большинство сертифицируется просто в холодильнике на нижней полочке, где около 4 градусов тепла. И там выдерживаются от 2 недель до 3-4 месяцев, опять же, разные сроки. И вы можете это на упаковочке семян прочитать. Вот условия сертификации там печатают. Второй способ обработки – это скарификация. Названия похожие, но разные действия. Если там мы просто температурой воздействуем на свои растения, то в этом случае скарификация подразумевает под собой то, что мы механически как-то повреждаем семя. И здесь может быть тоже двойное воздействие. Первое – это чисто механическое. Мы травмы какие-то оболочки наносим, чтобы там были трещинки какие-то или проколы, или еще что-то, чтобы туда быстрее попала влага, семя набухло и начало прорастать. А второе – это когда кислотой какой-то воздействует на это растение или какими-то сильными специальными средствами, активными такими, да, и это получается тоже такое механическое разрушение, истончение вот этой оболочки, и семя быстрее прорастает. Ну и, наконец, всем, наверное, известный способ – это замачивание семян. И замачивание в каких-то препаратах стимулирующих. И здесь есть сейчас очень хорошие препараты, которые на органической основе, там активные вещества содержатся, вытяжки из всевозможных активных растений. Вот такой препаратик, который называется «Фитостарт». Выпускает его «Органик Микс», и можно почитать уже сколько отзывов положительных, что действительно очень-очень хорошие действия. Так вот, я вам сегодня покажу, что все эти три способа можно даже и нужно совмещать. Например, вот сейчас у нас можно на рынке купить вот такие кедровые орешки, кедровый слайм или кедр, да, кедровый сланник тоже дает орешки, которые съедобные, они немножечко помельче, вот сами шишки помельче, но они тоже съедобные. А кедр, вы знаете, да, это высокое большое дерево, и тоже сейчас есть даже такие сортовые уже кедры, которые быстрее дают плоды, не через 18-20 лет, а все-таки быстрее. И вот это плотное зернышко такое, оно не очень быстро всходит, неохотно, и схожесть-то бывает низкая. Вот оно какое плотное, как камушек буквально. Мы его можем и скарифицировать, то есть вот просто с помощью пилочки обработать у него вот эти вот его кожурки, внешнюю оболочку, чтобы туда быстрее влага прошла. Второе, это кедр обязательно стратифицируют в холодильнике, да еще и в морозилке. И третье, мы вот будем как раз замачивать вот этим, в этом препарате «Фитостарт».
Еще какое у меня здесь растение. Смотрите, это туя. Нам пакуют уже даже в пакетики вот такие туи. А это имеет смысл, когда вы, например, какие-то сортовые хотите все-таки туи вырастить из семян. Если вы возьмете у себя где-то вот здесь, ну, например, я не знаю, в садовых каких-то массивах, у вас там высока вероятность, что произошло переопыление. Кто-то выращивает сортовую тую, кто-то не сортовую тую выращивает. Вот оно скрещивание произошло, что у вас вырастет, неизвестно. Здесь все-таки больше дают гарантии, что это будет именно сортовая. То и меньше, значит, возможности, что там будет какое-то сортовое расщепление. Вот эти семена тоже можно замачивать. Дальше, смотрите, гранат, комнатный гранат. И у него прекрасно, вы тоже знаете, что очень-очень плотненькие семена. Обязательно замачивайте. Еще какие семена бывает, что туго всходят. Это кабея, великолепное растение, вьющееся с прекрасными цветами. Все усыпано этими цветочками, но у многих не получается. Именно из-за чего? Вот потому что надо повоздействовать или замочить, или скарифицировать даже. Если вот такие мелкие семена, как у кабеи, их нужно вот не такой пилочкой обрабатывать каждое семя, а протереть между двумя слоями наждачной бумаги. Так тоже можно. После этого замочить, опять же, вот в этом препарате фитостарт, и после этого сеять. Замечательный будет схожесть у кабеи. Вот это кто не удается никак вырастить это растение, замечательно. Мы сейчас сделаем растворчик. Вы посмотрите, как все просто. И вот этот препарат можно, естественно, использовать для любых семян и для стимуляции даже луковичных культур. Например, мы будем с вами сейчас уже на проращивание ставить георгины. Мы будем ставить на проращивание скоро картофель, лучок у вас посевной, такой вот этот мелкий севочек. Да? Пожалуйста, тоже вот простимулируйте этим препаратом «Фитостарт». А замачивание крупных семян понятно, как делается, да, просто в тряпочке, просто на салфеточке. Мы на несколько часов помещаем вот во влажную эту среду. Воздействие этими органическими веществами, активаторами происходит очень-очень хорошее. А второй способ – это мы сеем, например, мелкие какие-то семена и проливаем бороздочку. И там тоже эти активные вещества в этой бороздочке остаются. И получается тоже воздействие. Мы вот мелкие семена не можем так замочить, это просто-напросто неудобно, да? Поэтому повоздействовать можно вот именно так, в бороздочку. Итак, сейчас приступим, и вы увидите, что все просто и удобно, поскольку, вот смотрите, в такой ампулке здесь порошочек, и его вот этой ампулке хватает на 1 литр воды, и вы можете простимулировать и семена, и клубни, и все, что вам только захочется сейчас выращивать. Смотрите, дорогие друзья, вот здесь 0,6 грамма, и это количество разводится на 1 литр. Для экономных садоводов, посмотрите, вот я сейчас на ложечку кофейную высыплю, смотрите-ка, сколько здесь практически, вот целая такая ложечка, поэтому можно очень даже поделить это все количество. И, например, на стакан. Вот стакан это у нас четвертая часть пойдет. Да? Вот смотрите, мы сейчас и высыпем в стаканчик вот так примерно четвертую часть. Не бойтесь, что это будет плюс-минус какая-то там передозировочка или что-то, да, потому что это все органическое, натуральное и совершенно не опасно для наших семян. Смотрите, дорогие друзья, вот с помощью такого сложного листочка мы вернули содержимое сюда, в эту ампулку. Сейчас ее закроем и можем в следующий раз тоже воспользоваться этим составом. Фитостарт у нас прекрасно хранится. Все вот у нас еще на следующий раз останется. Обратите внимание, я развела сначала в небольшом количестве воды. Это всегда так нужно делать с любыми препаратами. Ну и доводим содержимое до 1 стакана и будем замачивать наши семена. Я купила сразу 2 пакетика семян, потому что их там, вот видите, совсем немного, но они прекрасные, плотненькие, крупные, хорошие. И сейчас мы каждое семечко вот немножечко обработаем вот этой пилочкой, чтобы повредить оболочку.
Смотрите, дорогие друзья, здесь на упаковочке вот этого препарата «Фитостарт» написано, что для крупных семян 1 мл на одно семя. Вот кедр и кедровый сланник у нас как раз такие крупненькие семена и есть. Ну и вы другие, если будете крупные семена использовать, то вот смотрите, 2 шприца у меня уходит. Вот я еще побольше наберу. Вот 2 шприца на мои 10 семян. Видите, вполне хватает здесь жидкости. И второй частью мы закрываем. И еще в пакетик поместим на несколько часов для хорошей полноценной обработки. Сейчас я вам покажу второй способ в действии. Я взяла вот такие махровые георгинчики однолетние. Хочу, чтобы они у меня выросли в этом году. Посмотрим. Берите обязательно свежие семена. Особенно это касается вот кедра, да, потому что у него быстро теряется всхожесть. И смотрите, не срок годности даже, а срок сбора урожая. И у этих семян тоже. Что мы будем делать? Я сейчас вот карандашком продавлю какую-то бороздочку, одну, вторую в нашей плошечке, и именно в бороздке буду проливать вот этим препаратом «Фитостарт». Продавливаем бороздочки, вот одна, вот вторая бороздка для наших семян георгинов, и сюда вот удобно или шприцем, или, может быть, спринцовкой вот этот вот препаратик наливать. И когда семена сюда лягут, здесь уже будут активные вещества из нашего препарата «Фитостарт». Видите, я как за несколько раз проливаю, чтобы у нас впитывалась хорошо эта водичка, которая содержит вот все вот эти полезные вещества. Раскладываем семена. Это несложно. Семена георгинов достаточно крупненькие, потом мы их с вами обязательно будем пикировать. Ну вот, вот каким-то образом мы их положим. Сверху еще разочек можно пролить вот этим растворчиком. И будет у нас очень хорошая обработка. Присыпаем сверху наши семена. Я беру обязательно для посева землю, смешанную с вермикулитом. Наверное, уже заметили, да? Ну вот, все вот так вот, небольшое количество земельки сверху. И опять же проливаем вот этим вот препаратиком «Фитостарт», для того, чтобы у нас воздействие было получше. Здесь вот я уже сделаю поперек бороздочек вот так вот. Ну и потом еще обычной водой тоже для хорошего увлажнения. Итак, дорогие друзья, мы с вами посеяли махровые георгинчики. Вот они у нас в такой плошечке, чтобы не пересыхали посевы. Ставим их в пакет и просто наблюдаем при комнатных условиях. Как только прорастут первые, буквально 1-2 вот проклевыша покажутся, мы ставим под лампу лучше всего или на очень светлое окно, где может быть даже еще температуру снизить. А георгинчики растут очень быстро. Если будет высокая температура и мало света, они начнут вытягиваться. Вот здесь баланс. Если света мало, значит, снижайте температуру. Если есть лампа, то туда. А вот эти вот семена, которые у нас кедр, мы их замочили в препарате «Фитостарт», тоже так же накрываем, потому что даже за несколько часов у нас этот «Фитостарт» тут улетучится, весь испарится. Активные вещества останутся, но у нас и влага тоже важна, да? Вот это мы держим пока при комнатной температуре. Потом что делаем? Мы вот должны в какой-то субстрат положить эти семена, а, собственно говоря, посеять, да? Мы вот разложим их в такую плошечку и пересыпем просто земелькой и убираем в холодильник, дорогие друзья, дней на 5 в морозилку. После этого пускай они еще постоят недельку или две просто в холодильнике, и вот тогда на окно. И тоже наблюдаем, как только маленькие всходы появятся, начинаем поливать фитоспорином. Потому что, дорогие друзья, эти росточки молоденькие очень подвержены черной ноше.
ложкой. Вот это, пожалуйста, помните. Если у вас нет вот этого препарата где-то в магазинах хороших, да, можно заказать на Озоне, на Валберес. Эти все сетевые маркеты есть сейчас в каждом небольшом даже поселочке. И вам приедет эта посылочка за 3-5 дней, все у вас будет под рукой. Вот еще сколько препарата у нас осталось. Очень экономный расход. Можно еще в дальнейшем вот эти семена любые наши обрабатывать. Кладем ампулу снова в этот пакетик. Здесь зип-пакет. И мы просто защелкиваем и продолжаем хранить. Фитостарт можно хранить сколько угодно. Там действующее вещество не теряется. Ну что ж, всем желаю крепких всходов, всем желаю обильного цветения, ну и скорых урожаев от ваших кедров, если вы последуете нашему совету и тоже их посеете. Всем хорошей весны, хорошего настроения!